Здорово. Здорово. Как дела? Отлично. Ну, хорошо. А ты как? Ты откуда будешь? Вот ты на этого похож, блин. Как я забыл фамилию. На кого? Харламу? Да, на Харламова, только разжиревшего. А, ну бывает. Бывает с кем? С Харламовым или с тобой? Может, с ним, может, со мной. Понятно. Угу. А Че, ты... как там дела на окраине? В Украине отлично, отлично. А ты откуда? Я тоже из Украины. Ты из Сум. Сум? Ну Угу. ладно. А скажи, поляныця. Поясница. Поясница, я понял. Угу. Что у тебя с поясницей? Слушай, Что у а тебя с скажи поясни... мне, Что у тебя а с поясницей не сколько в так? украинском языке, ну, в алфавите букв? Так в языке или в алфавите? А язык это не алфавит? А язык это не алфавит, да? Ну, ясно. Буду знать. В украинском языке, говорят специалисты, где-то порядка 250 тысяч слов. Серьезно? Ясно. Ну вот смотри. Да. А как будет слово однофамилец? Я не являюсь специалистом. Я же... Ты лингвист? Слушай, а ты лингвист? Все, короче. Куда Слушай, ты? Не у сливайся. меня 1 200 000 подписчиков. Подписывайся. У тебя миллион YouTube-канал двести... называется. Подписывайся, в YouTube найдешь. Не сливайся, Удачи ну тебе. не сливайся, ну не Удачи тебе, сливайся, ну не хохол. позорься, ну не сливайся. Здравствуйте. Здравствуйте. На какие темы разговариваете? Какие хотите? Зависит от того, откуда вы. Россия, Северодвинск. Северодвинск. Да. Я из Украины, город Кривой Рог. Вы интересуетесь новостями или как? Ну, Ну и какие у вас новости? меня интересует, как вы думаете, для чего приезжал господин? Товарищ Си? Ну, я не знаю, Путин к нему обращается через господин. Кто сказал так? Путин сказал. Господин? Да, Ну, я не... вы можете посмотреть их беседу, и он говорил господин. Да? Угу. Ну, а какая разница, как обращается? Ну, есть, я думаю, разница. Ну, никакой разницы. Угу. Так все-таки, как вы думаете, для чего он приезжал? Я откуда знаю? Ну, я же спросил ваше мнение. Ну, у вас же, наверное, есть какие-то соображения? В свете последних событий, ну, может, проводили какой-то для себя анализ? Ну, у нас хорошие отношения, это во-первых. Угу. Ну, не знаю, что они решали. Нам не сказали. Я понял. Вы говорите хорошие отношения, а как Россия отреагировала на то, что правительство Китая в своих... я вам даже могу зачитать цитату вот из новостных пабликов. На днях сайт китайского правительства показал утвержденную карту с соседними российскими территориями, где 8 населенных пунктов назвали китайскими топонимами. Появились предположения, что Владимир Путин буквально продает собственные территории Китая. Это ты где вычитал? Я это раньше вычитал в то, ну, там, где они карты переименовали. 8 крупных городов в Сибири, им придали название китайские названия. И это официально рекомендовано применять ко всем картам китайским. Как Россия отреагировала на это? Да, где такие фейки-то Это не формируют фейк, вы они? можете проверить эту информацию. А что проверять? Что значит, что проверять? Это явный фейк. Что мне проверять? Это не фейк, я заходил даже на Это китайский... фейк, говорю. Говорю, я на китайский сайт заходил, да, действительно, так и есть. Я говорю, это фейк. Ты что, не понимаешь, что ли? Вы хотите сказать, китайцы сами фейки распространяют?
Нет, это на китайцев. Вы можете вдуматься в мои слова, которые я произношу. Я заходил на китайский сайт, и там, ну, есть ссылка на китайский сайт, где действительно их вот это министерство, я забыл, как оно, природы и ресурс, кажется, называется, дало рекомендацию, что все карты, которые будут в Китае выпускаться, они указывают вот эти города, там, в Сибири. Они все будут с китайскими названиями. Да, человек, ты Я смотрю, вас наивный. эта новость немножко ошеломила, да? Нет, не ошеломила. Тебя ошеломила. Ну такая глупость, блядь. Опять Ну глупо. ладно, Ну, я вижу, вас действительно вы впечатлило это. вот же, блядь. Вы верите китайским ресурсам или нет? Зайдите на официальный сайт китайского правительства, Министерства природы и ресурсов, и прочитайте сами эту информацию. Если вы мне не верите, это же хорошо, что вы не верите. Хорошо, что Но вы если там сомневаетесь. по-китайски написано, не значит, что оно китайское, Так вы блядь. можете переводчик включить. Ну, есть такая возможность. Ну это Вверху. китайская территория или чего? Что китайская территория? Это китайская территория или чего? А в 19 веке чья это была территория? А чья это была Ну, территория? чья в 19 веке это была территория? А Китайцев. чья? Китайцев. Кто сказал? Что значит, кто сказал? Это кто сказал? Китайцы говорят. Чудо. Слушай, то, что ты говоришь, это не значит, что китайцы говорят. У них Байкал даже Северное море называется. Ну, конечно, блядь. Ну а Вот, что? блядь, блядь. Слушай, ты откуда ты берешь, Вот, блядь, кстати, Хабаровск предлагают называть а? по-китайски. Сейчас я вам скажу, как предлагают Хабаровск называть. А, предлагают Хабаровск называть, да? Ну Ты да. что, больной? Дяденька, алло, Что, что, подлечись, что? блядь. Не Подлечись. нервничайте вы так. Да я мне то что нервничать, тебе надо нервничать, да. Мне Так, почему-то нервничать. ну ладно, хорошо, повесели, блядь. Надо А, же, блядь. кстати, я вам скажу Ну давай, название. давай. Кратко о переименовании. Владивосток Ага. снова называется Ханшенвай, а остров Сахалин Куэдао. Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России, сословный хребет будет обозначен как Вайсиньнянь-Лин, то есть внешний хребет Синань. Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск будет называться Боли и Уссурийский Хуанчэнзы. Это на китайских картах так называются города. А слушай, я тут недавно смотрел, такой же, как ты, блядь, украинец, нахуй, украинец, вернее, блядь. Ну, это Украина, это окраина России, Чего вы так блядь. подгорели-то? А? Нет, там один тоже дурик говорил, блядь, что Сибирь – это Америка. Че, не Америка? Он говорит, Канада подарила России Я понял. Сибирь. Вот такие все, блядь. А у вас очки плюс или минус? Какая тебе Ну, мне разница, интересно. Вам хорошо в них видно? да? Че, блядь?